Я Шалала. Тема 673. Спила дерева. После того, как рукодельники придумали делать из спилов дерева всякие оригинальные полезные вещицы, на которых можно зарабатывать до 9000 долларов в месяц, спрос на сами спилы, естественно, возрос. И это доказывают тренды Гоугли. Он стабильно растет с 2011 года. А если так, то прибавилось работы и денег у тех, кто эти спилы заготавливает. В том числе и у жителей России, ведь у нас деревьев очень много. Я нашла на Etsy одного россиянина из города Муром Владимирской области, его магазин, etsy.com/shop/их-стори-чейра-парентесис-цоми, который за три последних года продал более 1700 наборов спилов, он продает их и по 5, и по 100 штук за раз. Так что если у вас есть доступ к лесопилке, или к отдельным деревообрабатывающим инструментам, вы можете попробовать этот интересный бизнес на продаже спилов. Либо придумать еще более оригинальный и более доходный бизнес, как придумал один американский художник, смотрите отпечаток спила дерева, который сумел заработать на нем 113 долларов за 3 года. Из спилов дерева делают не только художественные отпечатки, но и гостевые книги на свадьбу и часы, оригинальные таблички. Из спила дерева можно придумать оригинальный столик или оригинальную подставку для вечеринки. Так что заготовка спилов дерева – это еще и творчество, а что может быть интереснее?